Всем привет! Продолжаем обзоры сумочек. Сегодня на обзоре у меня вот такой вот рюкзачок на одном ремешке через плечо от фирмы Amqua. Моделька Steamboat Sling. Объем 15 литров, то есть эта модель немножко больше, есть у них немножко поменьше моделька. Вот. На передней стеночке у нас два кармашка вот таких вот небольших. Также есть вот такая вот интересная липучка, на которую цепляется вот такая вот штучка. Но я не буду доставать, потому что она здесь прикреплена вместе с карабином и вот страховочной веревкой. Поэтому тут такая же есть вставочка, я ее просто сюда прикреплю. Кстати, материал довольно-таки жесткий пластик, то есть для мух, мормышки, возможно, кому как понравится, держится. Ну, очень надежный. Вот. Также на передней стенке есть вот такой, ну, совсем небольшой кармашек. Вот резиновая вставочка тут внутри есть. Не знаю, что она регулирует. Возможно, скорее всего, ну, по диагонали наш рюкзак. А, вот. Первый кармашек, а их тут аж три. Вот. Первый кармашек вот такой вот, ну, довольно-таки вместительный, я вам скажу. Вот. Здесь есть еще один кармашек на змейке. Вот, это все выполнено сеточкой. Вот. И второй кармашек на змейке поделен на двое. И две таких вот резиночки, не знаю, может быть влезет, не влезет. Не улазит. Немножко широкая, конечно, бутылочка. Вот. То, ну, не знаю, тут. Ага. Есть еще два кармашка вот таких вот сверху. Ну, в общем, множество кармашков. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, пять кармашков. Да, так оно и есть. Ну, не знаю, кошелек 23 сантиметра. Давайте реверсы два штуки спрячу. Что мне уже дальше потом будет прятать особо нечего. Ладно, пусть будет. Это было у нас только первое отделение. Второе отделение еще более вместительное. Поделено вот такой вот вставочкой напополам. И есть еще один кармашек на змейке. Так, что здесь у нас? Ну, давайте я, наверное, может быть, лучше отсюда, ну, заберу, потому что на передний карман столько грузить смысла нет. Например, мы можем оставить здесь кошелечек для того, чтобы он был для объема. Вот сюда коробка. Напомню, что оно разделено все. Даже не так вот, я делаю вот так вот. Ну, и Марко Поло, кошелечек. Поместилось, то есть 4 плюс 3 и 5. Если, конечно, постараться, можно еще будет туда положить. Вот, и последнее отделение. Здесь у нас снова кармашек на змейке, поделенный напополам. Есть вот такой вот карабинчик, я смотрю, что это стало нормой. Вот, их уже начали везде ставить практически, то есть очень удобно прицепить ценную вещь. Ну, сюда уже можно будет и термос, ну, бутылку, давайте замес бутылки, вернее, замес термоса положу бутылку, но, не знаю, литровый, плюс бутерброды, плюс куча еды, а бокс под катушку, то есть, ну, очень вместительный рюкзак, я брошу все сюда уже, пускай оно будет, что больше у меня тут уже на столе ничего не осталось. Вот. Прячем это все. Так же самое змейки. Две одинакового размера на отделение самое большое. Вот, змейка уже намного посерьезнее. И еще один кармашек небольшой. Вот. Ну, совсем, может быть, документы, ключи. Вот такой вот. Очень удобно сделана ручка. То есть вы взяли себе, идете, все классно. Сверху так же самое есть пластмассовое кольцо, чтобы прицепить что-либо, или же рюкзак, например, повесить куда-то. Так же самое, здесь есть ручечка. Одевается на примере, ну, симсовских сумок, в принципе, всех сумок подобного рода. Вот так вот это все забрасывается через плечо. Так, где моя? Вот она. То есть этот ремень у нас фиксирует нашу сумку сзади. Вы себе двигаетесь, никуда ничего не мешает. Надо поменять приманку, отщелкивается. И просто тянете за нижнюю часть, у вас ваш
ну, сумка, рюкзак, пускай условно, скажем так, съезжает наперед, у вас все перед глазами, вы открыли, очень удобно, что она высоко, потому что сумка поясная все-таки немножко пониже, здесь немножко все повыше, вот, не знаю, немножко, ну, комфортнее, наверное, все-таки, так, залезай обратно, вот, в принципе, я знаю, очень понравилась сумочка. Вот, довольно-таки много внутри мелких отделений, но очень вместительная. Вот, поменяли приманку, так же самое это все передвигается. Вот, ремнем фиксируется. То есть, я не знаю, очень удобно. Так же самое снизу, получается, если будет так, то будет снизу или сбоку. Есть вот еще один такой кармашек. Вот, и вот такие вот вставочки, тоже резиночки. Кстати, можно будет попробовать сюда при смене приманки даже, ну, рукоятка от спиннинга, я думаю, влезет. Поэтому можно будет и цеплять спиннинг для смены приманки. Вот такой вот небольшой, аккуратненький рюкзачок, очень вместительный. Ну, наверное, поменьше будет симсовской модели, которая на 15 литров. Она у меня, сейчас я вам, наверное, покажу, сейчас, секундочку, померяю размеры, потому что я забыл. Значит, по высоте у нас максимальная где-то в районе 45, ширина, ну, плюс-минус 28, ну и глубина где-то 15 сантиметров. Ну, давайте возьму симсовскую, которая у нас 15 литров. Ну, наверное, все-таки плюс-минус одинаково. Все-таки этот немножко поуже. Вот так вот это все будет. Ну, не знаю. Можете сравнивать. В принципе, но все-таки этот немножечко уже. Ну, такой более аккуратный, скажем так. Вот. Ну, здесь отделений 3, здесь 2, но здесь есть один большой передний вместительный карман. Вот, так что вот так вот. Все, всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока.